теперь начинается процесс сваливания. Все уже у меня разложено. Я теперь контролирую, чтобы у меня вот с этой стороны все, что вышло за пределы, здесь вот все эти волосочки, я убираю все шерстинки под низ, туда. Просто приподнимаю и укладываю, приглаживаю. Контролирую вот эти все переходы. И еще хочу сказать такую вещь, не знаю, знаете ли вы, когда я прорабатываю машиночкой, я вот по вот этим бортикам не ставлю машиночку рядышком, чтобы здесь не заваливалось это все в такие жгутики, потому что когда мы будем делать рукав, здесь не должно быть такого шва, здесь должно быть все цельноваленное, поэтому если вы поставите машиночку, оно заваляется в рубчик такой, поэтому будьте внимательны. Так, как мы осуществляем этот процесс? Очень просто теперь все получается, потому что здесь у нас изнанка. И по этой изнанке я буду работать до самого-самого конца. Вот мне ничего не нужно выворачивать. Я вот здесь вот прямо беру и начинаю просто развлекаться и получать удовольствие, потому что мне очень нравится вот этот вот процесс. Вот такие вот движения способствуют перемешиванию волокон между собой. Кроме того, это прекрасное движение для удержания себя в прекрасной форме, потому что все мышцы работают. Естественно, вам нужно следить за тем, чтобы вы держали ровно свой корпус, чтобы ваши мышцы не уставали, а наоборот тренировались. Вот здесь в рукавах мне нужно посмотреть, чтобы у меня не свалялись между собой две противоположные части. Мне нужно открыть этот шаблон и проникнуть внутрь. Вот здесь вот на этом этапе нужно все это сделать, чтобы у нас все сваливалось так, как положено. Затираю вот эти вот места. Вот, заваливаю, обрабатываю края. Здесь у меня многовато воды. Я сейчас это все уберу. Я могу прямо вот так вот, не боясь. У меня здесь ничего не потянется. Здесь у меня вискоза. Я просто беру, промокаю и убираю таким образом лишнюю воду. Вот, когда ушла лишняя вода, начинает сваливаться лучше. У меня здесь половинка жакетика. Я пока что работаю здесь, пока это все сваляется, превратится уже в такое полотно, которое мне не страшно будет перетащить куда-то. Когда я уже почувствую, что оно достаточно монолитное, я тогда перейду на следующую часть. Вот эти вот переходы с одной плоскости в другую я тоже вот разглаживаю, чтобы не было здесь никаких рубцов. Я заранее это все прорабатываю, и потом при уже уваривании у меня уже все будет хорошо. Пока что не очень сильно я его дергаю, чтобы оно у меня не превратилось в дырявое полотно. Но вот здесь у меня встречные такие части получается. Я блокиратор не проложила. Ну, я его проложила, но его было недостаточно. И вот есть места, в которых пересекаются мои две противоположные части. Я хочу их сейчас завалять вот так вот. Ну, привалять, чтобы уже я четко видела, что они не сцепились между собой. Вот я их контролирую. Поднимаю. Там, где у меня вот эта вот лицевая часть, это ткань. Вот я кладу руку на эту ткань. Получается, это лицевая часть моего жакетика. Вижу, что у меня сделана раскладка качественно. Здесь нет никаких дырочек. Я все это контролирую вот на этом этапе. Если вдруг я что-то обнаруживаю, где-то пробел какой-то, его видно становится, я беру и шерстью,
тоненько закладываю эти дырочки. Ну, у меня тут нечего закладывать, поэтому если у вас есть, вы можете это сделать. Вот вода постепенно у меня тут выдавливается. Вы же помните, у меня был излишек воды, потому что там первый слой у меня ткань. И чтобы ее промочить, мне пришлось дать такую хорошую порцию воды. Ну вот сейчас я это проглаживаю с таким небольшим усилием, практически без нажима. Здесь у меня воротничок, я его нахожу и прорабатываю, чтобы здесь ровненько было. Вот все вот эти края. Видите, какими движениями я делаю вот эти вот хвостики, чтобы все это между собой свалялось, сцепилось. Мне здесь не нужны идеальные, кончики, но мне нужно будет, чтобы вот эта шерсть, вискоза и первый слой шелка между собой свалялись, и потом они выстроятся в такие кончики, такие не очень-то сформированные. Мне нужно, чтобы они были неровные. Вот когда я вижу, что здесь вода брызгает, мне нужно это все убрать, чтобы вода не брызгала. Теперь я добавляю немножечко мыла. Я просто намыливаю руки и касаюсь поверхности. Это мой метод. Кто-то хочет по-другому, вы можете разводить воду, вы можете пользоваться жидким мылом, как вам удобно. Главное вам образовать здесь мыльную среду, которая поможет сваливанию. Здесь я всегда проверяю, чтобы у меня кончики вот эти не сцепились, потому что у меня шаблон там заканчивается на талии, а вот эти хвостики выходят за края. Поэтому они пересекаются. Ну, можно положить туда блокиратор. Ну, вот я положила, ну, его не хватило, этого блокиратора. Я уже не стала поправлять, потому что я понимала, что я вот так вот это найду и сделаю. Ну, для уверенности вы можете положить этот блокиратор. Вот, я немножечко здесь приваляла. Здесь мне надо вот посмотреть, чтобы хорошо привалялись эти ниточки, которые внутри. Вот, еще немножечко поваляю. Вот я уже вижу, что это сцепилось. Это видно визуально. И теперь я хочу вот этот рукав свернуть и проработать ту часть. Для этого мне нужно его заложить, вот сделать, заблокировать. Опять же, блокиратор. Я могу воспользоваться вот этой вот пленочкой, которую я, которая у меня здесь. Просто беру, накрываю и заворачиваю. Распрямляя, чтобы ничего здесь у меня не съежилось. Вот мне это нужно для того, чтобы просто пространство мое сэкономить. Вот здесь я разворачиваю. То, что у меня было свернуто. А здесь перетаскиваю. Вот с этого момента я это все уже проваляла. И раскручиваю, разворачиваю противоположный рукавчик. И делаю то же самое. Во-первых, контролирую здесь вот эти края. Мне надо подогнуть их. Они у меня там еще не были подогнуты.
я вот положила, была шерсть, и сразу его завернула. Вот я подвернула. Со всех сторон мне надо подвернуть это. Здесь особенно под рукавчиком, здесь под мышкой нужно проконтролировать, чтобы все шло по шаблону, чтобы ничего там не скомкалось и не было никаких дырок. В общем, я вот тут вот все проверяю. Я могу даже вот так вот завернуть. Вот завернула, посмотрела и опустила обратно. Все, и теперь я могу работать. Вот у меня вот этот край, где, я имею в виду граница, где уже проработано. Я добавляю немножечко мыла. Сейчас я не могу сюда класть кусок мыла, чтобы просто им возякать здесь, потому что мыло может потянуть за собой, захватить вискозу и испортить мне поверхность. Поэтому я беру вот просто так. Очень обычные движения. Привычные. Вот. И проделываю то же самое, что я делала с той стороны. И вот здесь вот воротничок. Когда вы делаете вот эти круговые движения, ткань начинает уже усаживаться, и вот этой рукой, которая внизу, вы уже начинаете это чувствовать. Вот такие вот движения мы потом проделаем по всей плоскости, но для этого я хочу, чтобы уже здесь все хорошо между собой сцепилось, чтобы полотно уже было у меня четко, я видела, что не будет риска разорваться, потому что вот эти все стыки, края, это очень важно вот на данном этапе проконтролировать и зафиксировать. Вот здесь, получается, я дошла до вот этого стыка по линии талии. Мне надо аккуратно здесь проработать вот эти вот края. Вот я их сцепила слегка, и теперь я туда подлезаю рукой, разворачиваю его таким образом, чтобы вот этот вот край у меня оказался, бок оказался на ладони, и прорабатываю, следя за тем, чтобы линия стыка не раздвигалась. Нам надо их наоборот вот так вот свалять между собой, чтобы не растянуть, а свалять. Старайтесь делать везде примерно одинаковые движения. Ну, в общем, вы уже, наверное, знаете. Если не знаете, то сейчас узнаете, что шерсть усаживается по длине. Вот, поэтому все вот эти вот движения должны быть таковы, чтобы ваша шерсть, разложенная по диагонали, вот, диагональной такой раскладкой, чтобы она усаживалась равномерно везде. И вы об этом помните, что вот везде надо привалять примерно одинаковыми движениями, чтобы все вот эти места у вас сваливались равномерно. Вы можете видеть, вот здесь вот ровненько, а здесь фолдится. Значит, что надо чуть-чуть добавить немножечко вот здесь вот вашего внимания уделить. Хотя, когда вы будете уже формировать края, вы будете видеть, как это все будет сжиматься. Ведь вот эти краешки, они превратятся в какие-то такие свернутые листочки, что-то подобие этого. Ну вот, я тут приваляла. Теперь мне нужно развернуть это
на обратную сторону. Что я делаю? Я сворачиваю это в рулончик и переворачиваю. Вот у меня остался краешек, я его переворачиваю вот таким образом и разворачиваю рулончик в обратном направлении. Вот. Эта часть пусть у меня пока что будет отложена, а эту я кладу таким образом, чтобы мне открыть и работать. Я открываю. И у меня получается здесь внутренняя часть, полочка. И я буду сейчас с ней работать. Я проработала вот эту полочку, немножечко проработала все, и мне теперь нужно проработать другую полочку, а эту я убираю. У нас же здесь блокиратор, вы помните, да? Вот я убираю, то есть подворачиваю, точно так же скручиваю все, чтобы ничего не повредить. И особенно внимательно нужно быть вот здесь на стыке горловины. Не разорвать. У меня есть такая прищепочка. Я здесь зацеплю на всякий случай. Надо будет на эту полочку. Сумочки. И там есть такой ремешочек, который вот сделан таким образом. Только в тех ремешочках я вваливала шерстяную нитку, а вот здесь у меня кусочек вот такого вот, вот такой ткани, марлевочки. А все остальное точно так же. Вот я приготовила три вот таких вот застежки. И сейчас буду их сюда пристраивать, приваливать. Вот мне нужно здесь хорошенечко отодвинуть, чтобы мне тут ничего не мешало, но в то же время не повредить вот этот вот край, не край, а стык на границе вот там между лацканом и воротником, ну, в общем, воротник. И вот в то же время здесь вот открываю уже вот до самого вот этого места стыка. Вот так вот. И прорабатываю. Промыливаю. Эта часть у меня еще не проработана, да? Я ее вот здесь вот именно на границе хочу зафиксировать немножечко, да? На границе, чтобы у меня точно тут я была уверена, что здесь свалялась, сцепилась. А теперь вот тут вот. Вы же видите, что это изнаночная часть, и вот когда это будет закрываться, это получится у нас правая полочка. Именно правая, та сторона, где у женщин. Я неправильно поступила вот здесь вот. Уже приваляла эту ткань. Я не хочу уже ее отдирать. Но мне нужно привалять вот эти вот фрагменты, и мне придется немножечко поморочить голову. Хотя правильно было бы, если бы я приваляла это на том этапе, когда я вот это вот закладывала, декор. Ну ничего, ничего страшного. Я вот
приготавливаю вот эти вот мои заготовочки уже, я подготавливаю к приваливанию. Я распушиваю края, максимум распушиваю. Ну, поскольку я вот так вот забыла, промахнулась, я петелечки я делаю из вот этой вот ткани. Вот я их распушиваю, а серединки оставляю подваленными. Здесь я старалась не приваливать, но оно вот само по себе все-таки приваливается, когда ты работаешь над этими центральными серединками. Теперь я выравниваю, я точно делаю одинаковые петелечки. Вот я проверяю, где у меня тут эти края, чтобы они были одинаковые, где вот распушенная часть, а где не распушенная. Я их должна сделать одинаковой длины. Ну вот я их проверила, они у меня одинаковой длины. Вот теперь я нахожу им место. Первая петелечка у меня будет в самом верху. Вот мне ее проще всего приспособить. Я ее вот распушенным вот этим вот краем кладу прямо вот на самый край. Вот эту часть я делаю немножечко, я отступаю, и потом здесь у меня уже покрыто вискозой и покрыто шерстью, покрыто вискозой, мне нужно просто это все прижужжать машиночкой. Для этого я намыливаю его еще. Если у вас нет машиночки, вы просто берете и притираете это все в руках, а мне проще машиночка это прихватить вместе валять. И марлевочка будет у меня, будет смешанная, будет поглощена этой шерстью, но все-таки будет это все просматриваться. Даст такой объем.
двумя, скажем так, слоями. Если вы с изнанки положите, из лицевой части сэндвич из двух синтетических тканей, то они дадут такую... Там я вижу, у меня такое слабое место, мне его нужно обязательно проработать. Вот образовалось такое место. Я не хочу, чтобы оно было здесь. Вот смотрите, я беру вот этими перекрестными движениями крест-накрест, закрываю эту дырочку, то есть я кладу несколько слоев, тонких-тонких слоев шерсти. На вот этом этапе это вообще будет незаметно. Они могут зацепить и растянуть эти места, и вот тогда получаются такие вещи, такие подобие дырочек. Ну вот мы с ними вот так вот легко справляемся. Полотно стало равномерным. Четко мне было понятно, что здесь нет никаких изъянов, никаких дефектов. Вот я уже это четко вижу здесь. И когда я уже увижу, что оно достаточно плотное, достаточно такое монолитное, валять на столе. Вот сейчас это была обработка к активному сваливанию. Смотрю, что у меня здесь. Я разверну эту часть, чтобы убедиться, ну, что она такого же качества, как вот это.
я хочу поработать. Ту кромочку, которую я от нее ждала. Шаблон, и теперь немножечко отверну, чтобы проработать со стороны спинки. И теперь на все потихонечку начинать его двигать вот по вот этой шершавой поверхности, по этим пузырькам, начинать потихонечку двигать. Я могу его уже выполоскать, но пока что на шаблоне. Вот я его
потом, когда прополоскала, я поприжимала, то есть я отжала воду, но ничего больше я не позволила себе с ним сделать. То есть я с ним была предельно осторожна, предельно аккуратно вела себя. Теперь я вставляю опять. Жакетик, пока я не распределю, не расправлю. Раскладываю бирюзами, выравниваю все. Вот я нашла эту горловинку, я прикладываю внизу, смотрю, очень аккуратно, не прижимая, потому что собираются такие гармошечки, и мне это не нужно повредить. Мне нужно ее вот так вот просто помочь ей лечь в том направлении, в котором нужно, но не растянув. Видите, она уже становится фактурной. И намыливаю легкими движениями, все делаю легкими движениями. Пока что у меня еще здесь
Я вынимаю. То есть я группирую это, подбрасываю и опускаю. Группирую, подбрасываю и опускаю. Не растягиваю. Опять же, ничего не растягивая. Вот у меня верх, вот у меня низ.
Сейчас я все вытягиваю. Видите, вот структурирую. Я потом еще выверну на лицо и проверю, как оно там свалялось. Я думаю, что хорошо. Вот я его прополоскала, уже оно было у меня в такой стадии, в последней, финальной. Я все структурировала, и когда полоскала, я уже ничего не делала, я просто его водичкой со всех сторон прошлась водичкой. Теперь я вынула его из горячей воды, горячей водой, конечно, я его обдала душиком, выполоскала все-все-все, и теперь... намылила, вот буквально взяла, намылила хорошенечко, и теперь мне нужно все это просто зафиксировать вот этим мылом. Вот смотрите, вот эти вот движения, которые вот такие, мне нужно здесь вот привести вот эту вот этот лацкан в ровное состояние, выровнять его. Я могу, конечно, здесь потянуть вот так вот, потому что у меня полотно, вы помните, оно по диагональке, да? И я его сейчас тяну и выравниваю так, как мне надо, чтобы оно уже зафиксировалось. Но осторожно, чтобы не повредить вот эти вот все мои съежившиеся декоративные места. Сейчас я их фиксирую. Вот первый раз, когда я прикасаюсь к лицевой части, для того, чтобы зафиксировать мне вот этот вот результат. Смотрите, какая получилась красота. Я просто в восторге. Вот. Теперь я пройдусь и здесь тоже. Вот такие вот круговые движения по всему полотну. Чтобы зафиксировать этот потрясающий результат, который мне очень нравится. Я могу даже здесь пройтись скалочкой. Вот, когда я его выверну наизнанку, на лицо, я потом пройдусь скалочкой. А сейчас я еще раз выравниваю. Уже все, уже у меня финальная, буквально финальная стадия.
Вот мне надо, чтобы оно вот тут вот у меня талия, мне надо, чтобы оно к талии у меня приближалось. Вот я его притягиваю к талии, а здесь пусть будет фолдиться. Поэтому вот здесь я соберу вот так вот ровную линию, да, сделаю. А здесь пусть останется. Будет такая красота. Перышки такие появятся у меня. Вот я это все соскребаю. Здесь получается ровная линия. Я ее фиксирую. А здесь, видите, фалды получаются, складочки такие. Я это делаю везде. Вот. Здесь выравниваю. Привожу это в такое ровное, структурированный треугольничек такой, лацкан, чтобы у меня был. Грудь пока что я не трогаю, я ее потом по-сухому вытяну, вот просто посажу на себя, она у меня тут уже, все у меня заложено, вот это самое главное, здесь стремится к талии, вот, и теперь я делаю то же самое с этой стороны. Закончено. Теперь вот у меня готово. Это все готово. Это так красиво. Декоративный. Он очень подойдет под джинсы. Он подойдет под мой сарафан, о котором я говорила. Он подойдет под массу вещей.
Вот смотрите, ни одного изъяна. Все свалялось так, как я хотела, так, как я запланировала, потому что вот эти вот все секретики нужно применять. И сейчас я только уже добиваюсь вот финальной. Я беру скалочку, и там, где мне надо выровнять, вот я не прижимаю вот эти вот места, где мне надо выровнять. Ну, мне немножко неудобно здесь скалочками. Я возьму вот такую вещь. Вот так вот. Но это то же самое, что скалочкой. Вот этим я фиксирую. Я фиксирую, но осторожно, она вытягивает наверх вот эти все волосочки, но мне нужно здесь зафиксировать. Вот именно вот эти рельефы. Видите, что получается? Так, слегка-слегка. Иначе вылезет все наверх, вся шерсть. Вот эти штучки я тоже обработаю, но только в таком растянутом состоянии, потому что я хочу, чтобы они были такими фалдами. Я их в растянутом состоянии зафиксирую. Как бы я хотела, чтобы это легло. И валиком фиксирую.
После того, как вы полощите это все, вы наденете плащик под низ, целлофан какой-нибудь, и посадить по себе, все растянуть, потянуть, и в таком состоянии повесить, сушить. И потом, когда оно у вас будет почти-почти сухое, вы еще раз примерите, посмотрите, хорошо ли село. Вот, и потом, когда высушится, вы посадите это на себе. И все. И нет никаких проблем. Все сюда заложено, все. Вот мой жакетик уже свален до той кондиции, которая нужна. Как вам это рассказать, как это должно быть, это нужно почувствовать. Во-первых, вам в помощь ваши размеры. Вы смотрите, как это сваливается, потому что рассчитано на ваш размер. Кроме того, вы смотрите, как ведет себя войлок в воде, когда вы полощите это все. Вы смотрите, как... прижимаете слегка, и вы видите, что это достаточно сваленное, но потом полотно не должно быть рыхлым. Когда я посадила на манекен, я еще его доваливала на манекене.
потому что часто здесь бывают потом... Например, морлевочку. В общем, нужно обращать внимание, если у вас, например, нет вот такого запасного слоя, как у меня здесь, если нет ткани. Потом проверьте уровень рукав, чтобы они были на одном уровне. В общем, когда вы все это выстроили, вы потом это все моете. Конечно же, если вы уже, ну, вот эти вот все посаживания надо делать все-таки с мылом. Вот, если там где-то еще недочеты, то легче всего это делать с мылом. А потом вы все это смываете. Конечно, достаточно сложно изнутри это все смыть. Можно, конечно, выворачивать, смывать, но я под... Все это стечет, и потом я его вынесу на балкон. Конечно же, если вы хотите быть уже такой валяльщицей,